А мы продолжаем, наш музыкальный конкурс. И свою забытую мелодию для флейты представляет команда медицинской академии «Веселый скальпель». О, кажется, нашли. Смотри, кафе «Флейта». Ага. Мы сегодня здесь будем первый день работать, поэтому надо нам отлобать как следует. Не хочу. Хочу стать президентом. Хе-хе. Зачем тебе быть президентом? А чё? Украл, выпил санаторий. Украл, выпил санаторий. Романтика. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Новые музыканты. Ага. Ту-ту, машалла. А загадку знаешь? Нет. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. По-моему, это замок. Нет, дохлая собака около дверей. Ха-ха, нет. Угу, шутник. Так, играйте. Ну чё, давай ноты. А я песенник потерял. Там все песни были. Как? Вот так и потерял? Да, вот так. Взял и потерял? Да. Да я тебя. Ладно, играем, чё есть. А чё есть? Хайван, я про музыку. Тут у меня кое-что осталось. Ладно. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Видно, не судьба, видно, не судьба. Ассаламу алейкум, братки. Загадку волокете? Нет. Висит груша, нельзя скушать. По-моему, это лампочка. Это бутылка от грушевого, ха-ха, не? Ага, шутник. Для братвы с пятого ровно сделайте. Ага, сделаем. Давай. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. И сказал ты мне, и сказал ты мне, поздней осенней порой падали листья, шуржали. Видно, не судьба, видно, не судьба. Ай, мама, джанго! Everybody! Что это было? Это была группа «На-на». Мужчинки, сыграйте что-нибудь. А что вы хотите? Я... высокого, сильного, умного мужчину хочу. Я высокий, я сильный, я умный, и я мужчина. А я хочу. Ну, сыграйте что-нибудь мое, профессиональное. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, меня в Афган, тебя, валютный бар. И сказал ты мне, и сказал ты мне, ночная бабочка, но кто же виноват? Видно, не судьба, видно, не судьба. Тихо, тихо, я сказала. Подожди, сынок. Бабушка, тебе что, тоже что-нибудь профессиональное? Нет, сынок. Пользуясь случаем, я хочу передать привет всем своим одноклассницам из Гацатля, Унчакатля и Леонардо Ди Каприо. Соль минор, пожалуйста! Шура! Извините, пожалуйста, это кафе «Флейта». Да. А вы не могли бы сыграть для меня «Отель Калифорния»? Пожалуйста. Только поинтеллигентнее, пожалуйста. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Welcome to the Hotel California. И сказал ты мне, и сказал ты мне, and she said, is she lovely face, is she lovely face. Видно, не судьба, видно, не судьба, видно, нет любви.
Здравствуйте. А вы кто? Я Сергей Кириенко. А чё вы такой крупный? Меня пчёлы покусали. Пчёлы, пчёлы, дикие пчёлы. Шутник. Ха-ха, не! А вам что? Рэп, буги-вуги, может быть, джаз? Фу на джаз! Осторожней. Где-то я тебя видел 6 раза. Нам, пожалуйста, ветер с моря дул. С удовольствием! Даже денег не надо, ха-ха, не? Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. Не сказал трава, на траве трава, а на сцене вновь шутит ДМА. Может, не могли отвержать шнуры, и на не судьба, что не говори. Но зато твой кайф, это и твой лайф, а ты новый твой, а за твой мы. Когда не смогли разрешить жюри, видно не судьба, что не говори. Но зато мой кайф, это it's my life. Отдохнулись мы, отдохнули мы.